Защитников Родины, погибших в начале Великой Отечественной войны, сегодня вспоминали в селе Выхватинцы. Там возложили цветы к разбитому доту линии Сталина. Огневая точка, на которой установлена мемориальная доска, находится недалеко от села. Летом 41-го военнослужащие Рыбницкого укрепрайона, в который входил этот ДОТ, две недели вели ожесточенные бои с превосходящими силами 4-й румынской и 11-й немецкой армиями. Красноармейцы нанесли серьезные потери живой силе противника, выводили из строя технику врага. Память всех погибших в той страшной войне почтили минутой молчания.